Добрый день! Сегодня я покажу плетение, которое я для себя называю без подхватов, потому что визуально непонятно, каким образом каждый из витков крепится к предыдущему. Это плетение подходит для достаточно грубых массивных вещей, например, для подставок под горячее, для подносов, для корзинок. При этом у корзинок это может быть как основание и крышка, так и боковые стороны. Вот, например, подобная корзинка, вот ее основание и боковые части. Она сплетена в такой технике. И если интересует, я могу снять отдельное видео про подобные корзинки. Итак, подставка под горячее более практична, если она потемнее. Поэтому здесь я использовала, кроме обычного неокрашенного талаша, окрашенный в коричневый цвет при помощи дубовой коры, и окрашенный в черный цвет при помощи краски для волос, обычной бытовой. Она дала такое неровное окрашивание, но это только придает оригинальности нашему изделию. Изделие достаточно плотное, массивное и может даже храниться в вертикальном положении. Можно сделать петелечку, если будете хранить на крючке. Чтобы сэкономить окрашенный талаш, можно использовать этот окрашенный талаш только для намотки. А в основании каждого витка будет обычный неокрашенный талаш. В данном случае у меня остатки черного цвета и окрашенный талаш при помощи вина. Здесь идет у нас окрашивание от светлого к темному, а я хочу сделать сейчас наоборот, от темного к светлому. Поэтому я начну плести из центра при помощи обмотки черным цветом. Дальше один лист черненький уже кладем сюда, а вторым начинаем приматывать его к этому пучку. Делаем это максимально плотно. Наматываем обязательно с нахлёстом. Наша задача, чтобы вот эта часть держалась. Дальше проминаем. Забрасываем лист сюда и подтягиваем. Образуем первое кольцо. Дальше этот лист, эту ленточку наматываем на вот этот хвост. Так. Чуть проминаем и укладываем в следующий виток. Следующий лист. Нам нужно завести в центр. Затем вот этот кончик подводим снизу. Длинную часть вводим назад. А вот этот хвостик чуть-чуть подкручиваем и убираем в бок. Вот. Таким образом мы подхватили. Дальше наматываем эту ленту. Дальше мотаем с нахлёстом. Так, чуть-чуть проминаем
проворачиваем. Дальше опять будем из центра плести. Вот видите, заводим его вот сюда. Длинную назад, длинную часть. Хвостик вправо. Так, вот эта часть начала истончаться. Можем добавить в нее новую полосочку. Это изнанка. Вот лицо. Вот первый виток. И второй виток уже подошел к концу. Дальше мы будем брать подхват не из центра, а вот из-под второго ряда, вот отсюда. Для того, чтобы упростить плетение, можно использовать вместо вот этой части веревку. И для подставки под горячее тут веревка должна быть достаточно толстая. Важный момент, то что при намотке нужно обязательно делать нахлёст. Потому что при высыхании могут проявиться светлые проплешины. Эффект градиента усиливается за счет того, что при переходе к новому цвету есть такой ряд промежуточный, где чередуются более светлые и более темные полосочки. За счет этого усиливается плавность. Вот некоторое время я плела фиолетовым цветом. Обратите внимание, от темного, практически черного, произошел переход к фиолетовому. Потом я подбирала более серо-коричневые листочки. И в конце вывела это уже на светлый край. Эту подставочку я решила сделать поменьше, именно потому что вот по цвету мне так нравится больше. Вот у нас финальная часть плетения. Сейчас я выведу с той стороны сюда и закреплю на изнанке.